преддверии такого прекрасного праздника, когда все оказывают внимание и поздравляют женщин, это всегда приятно. Спасибо нашим волонтерам, которые оказывают нам посильную поддержку. И волонтеры уже давно у нас работают в нашей клинике. Мы оценили их труд. Это труд, который приносит нам пользу для основного нашего блага – это здоровье детей. Мы считаем, что это очень ответственная, наиболее ответственная работа детских врачей. Мы очень рады, что у нас есть такие потрясающие детские врачи, которые могут в любое время оставаться всегда красивыми, потрясающими, самыми невероятными, лучшими, и при этом оставаться настоящими профессионалами.